Две недели назад в Луганской детской больнице на Украине было эвакуировано 500 маленьких пациентов и вместе с ними весь медицинский персонал. После эвакуации официальные власти Киева дали команду наступать на город, и это дало, естественно, карт-бланш для киевских властей, для киевских боевиков, или я не знаю, как их там назвать, киевской, скорее всего, армии. После этого начались артобстрелы, пострадала и сама больница. Но дело в том, и почему я обращаюсь сейчас именно в эти дни, и скорее больше обращаясь к украинской, армянской общине, находящейся на Украине, находящейся в частном образом на юго-востоке этой страны. Там сейчас находится маленький пациент, Женечка Езикян. У него врожденная аномалия легких, и его организм постоянно нуждается в вентиляции легких. Артобстрелы продолжаются в этой больнице, и этот маленький пациент находится там со своими мамой и папой и двумя бригадами врачей, которые то и делают, что не могут его, естественно, отключить от аппарата вентиляции легких, ибо это чревато для малыша. И во время артобстрелов им приходится охранять этого ребенка своими телами, всевозможными матрасами. Я хочу обратиться к гражданам Украины, к армянам Украины, к армянской диаспоре. Помогите ребенку, помогите родителям вывести малыша из больницы в более безопасное место. Не нужны деньги, не нужно ничего материального. Нужен реанимобиль, чтобы ребенок постоянно присутствовал при аппарате и не был отключен от этого аппарата. Для этого нужен всего лишь реанимобиль. Хочу также предупредить, что значит, коридор власти Киева на Луганск не оставили для мирных жителей. И если такая возможность все-таки предстанет и все-таки реанимобиль появится, то рейс, скорее всего, нужно будет осуществить из больницы до квартиры семьи Ерзинкянов. Я надеюсь, что власти Донецка и армянская община Донецка, а может быть и Украины, откликнется на это. Спасибо.